Сегодня у нас очередная распаковка, 10 посылок. Вот я их тут разложил. Сначала начну со штатива. Давно его ждал. Так, надеюсь, это штатив. Что-то я по треку не смотрел. Что, ну, по виду он довольно похож. Ну вот, пожалуйста. Потому что я думал, что-то будет более гибкое. Но сейчас я на нем буду снимать оставшиеся распаковки. Тут что-то крутится. Так, я не знаю, что это к чему. Это зачем, интересно? Так, у нас складывается. Это как селфи-палка, что ли, используется? Что здесь написано? Что-то открыть-закрыть. А! Вот эти вот, скорее всего. Нет. Ножки. А, вот это. Наклон. Да, наклон. Да, точно годный штатив. Брал штатив за 300 рублей. Сейчас я буду снимать именно на нем. Следующая посылка. Так, штатив был с Алиэкспресса. Вот уже использую его. Намного удобнее. Давно хотел штатив. Тут, ой, как оно запечатано. Тут запечатано, конечно, хорошо, но в пенопласте. Сейчас придет жена и мне настучит. Будет очень шумно себя вести. Так, она обедает. Потом... О! Минутку. О! Лампочки! Наконец-то пришли лампочки. Но я их уже показывать не буду. Я такие заказывал. Они довольно яркие. Ссылку дам на них в описании. Заказывал за 156 рублей. Так, сейчас... Что еще такое, что у нас пришло по треку. Там часть посылок без трека. Я обычно дешевые посылки не отслеживаю. Тут что-то. О, наконец-то. Пришел картридер для карты, для памяти 3.0 USB. Да, этот можно будет потестить. Но это будет тест будет в конце видео, скорее всего. Сейчас открою посылки и уйду, потом приду. Доснимаю. Так, тут с крышкой. Высокая скорость написано, тут все описание есть. Так. 3.0. Мне, короче, давно ждал я ее сюда. Можно вставлять карты памяти. Наконец-то она пришла. Так, вещь нужная. Ссылку дам на нее тоже. Сейчас не буду смотреть, как он стоит. Я скажу ее стоимость уже потом, в конце, когда будут их помнить. Потом, но это не из Китая. Пришла мне такая посылочка. Это аккумулятор для Fly. Для телефона Fly Easy. Для старых людей, которые... Матери сел аккумулятор целиком. Только разговаривает, только когда он заряжает. Вот тут Крафтман с фирменным пакетиком. В фирменной упаковке. Вот такой он. Не знаю, подойдет. Да должен подойти. Так, полное описание, зарядись положительно. Пожалуйста. Написано, как эксплуатировать его. Гарантия даже есть. Ладно, это. Потом еще с Алиэкспресса крыло. Раз уже все тает, а у меня люди снимали крыло. Крыло, значит. Что-то написано. А их. Открыточка их. Спасибо. Ой. Как тут все сложно. Ну, обычное крыло вот такое. Оно на все колесо.
мощные обвертки. Очень мощная обвертка. Чего доставать? Что там? Прям все, все в этих пупырках. Прям уж запаковали, так запаковали. Вытащил крыло. Сейчас вот такая вот гора пупырки. Если кому нужна пупырка, заказывайте эти крылья. Столько ее накладывают. Крылья. Вот такое крыло. Она как раз, чтобы на полный полностью закрывать колесо. Довольно красивое, приятное на вид. Это его за 1000 покупал. И к нему вот такие крепежи. Тоже они в эксплуатации. Сейчас покажут хорошо. Смотрю, тут особо закручивать ничего не надо. Тут специальные движки, держатели такие у нас сами по себе. Вот, крыло наконец-то. Так, дальше. Остальное же все такое, что без отслеживания было, поэтому я знаю, что здесь. Чуди. Так. Пошло. Лодочка Спандау. Довольно-таки приятная. Обычно бамбуковая. Тут еще какой-то обертки, не знаю, для удобства. Брала 63 рубля. Там, как я посмотрел, 3 штуки должно быть. Пошла почему-то одна. Потом, какая, не знаю, какая-то десертная. Я подумал, столовая будет. Дальше. Вот это тут. Где? Похоже, здесь тоже ложка. Зачем-то они отдельно обернули. Такая же. Дальше, ладно. Ну, предполагаю, тоже ложка. Да, такая же, она как-то обернута просто. Нужно играть. Тут что-то еще маленькое. Фу, это должны были быть. Судя по всему, тут должны быть луковицы тюльпанов, но их помяли, короче, единицу продавцу, единицу, реально, тут даже почта ни при чем, надо было упаковывать, просто пакетик, в коробочку, дальше, о, уточка, это я для мультфильма, хочу мультфильм сделать, всякие, декорации заказываю. Такой будет цель на рублей 20, наверное, или 10, очень дешевая утка. Это лебедь. Дальше. Яйца нужны. Это что такое? Какие-то семена. Семена, опять же, я не заказывал. Я думал, что это будут луковицы. Посмотрим, есть там хоть что-нибудь. Ну, в принципе, я их посажу. Буду снимать, как они растут. Буду снимать, как они растут. Посмотрим, что получится. Так что подписывайтесь, если хотите увидеть, что из этого вырастет. Тут что? Какие-то ноготки здесь. Так, положу сюда. Завтра я займусь посадками. И вот еще мелонцы. Да, мелонцы там. Да, тоже мелонцы.
А как называется? Ну, посмотрим, что вырастет. Один чили. Я думал, заказывал спанда, а думал, там хоть не обманывают. Там еще хуже. Что же, тут вообще. Смотрите. Песочек какой-то пришел. Так. Ну. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, вроде ничего больше нет. Нет, вот тут еще что-то. А, это тюльпаны. Куклицы, которые воняют аж. Все.